Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в Шахритузский район Хатлонской области и вначале сдал в эксплуатацию негосударственное образовательное учреждение Медико-социальный колледж Шахритузского района, который построен местным предпринимателем Фузайлом Кадировым в честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В трехэтажном здании колледжа имеется 32 учебных класса, библиотека, зал для проведения лекционных занятий, центр тестирования, зал заседаний, столовая и подсобные помещения. Новое учебное заведение предназначено на 400 студентов в одну смену. Обучение налажено по трем специальностям – фармацевтика, акушерство и сестринское дело. Кабинеты оснащены современным оборудованием и компьютерами. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован о том, что в настоящее время в колледже обучается 250 студентов, а в будущем предприниматель планирует построить общежитие для 100 студентов из отдаленных районов. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил признательность местному предпринимателю за создание такого учебного заведения, отвечающего требованиям времени, призвал учителей и других ответственных лиц к эффективному использованию созданных возможностей.